Здравствуйте, мои дорогие. Ой, наснимала видео, но выкладывали вчера. Думала, ну сегодня сделаю себе выходной. Займусь уборкой. Аджики надо еще сделать. Но не тут-то было. Поступил у меня заказ. Вот, смотрите, сколько всего. Все вот это богатство. Нужно переделать. Такая молодец женщина. Сохраняет все. Ну, это всякие тут запчасти. Тут тоже бусинки стеклянные. Всякие стеклянные бусинки. Имитация жемчуга. Любит украшения, носит их. Ну вот где длина не устраивает. Вот чешский хрусталь, замочки такие. Это уже винтаж. Вот. Вот. Янтарь. Сказала, делайте что хотите. Бусы, бусы, браслеты, так браслеты. Ну, вот видите, вот семена. Ну, пишут бодхи, но я не уверена, что это бодхи крашеные. Вот такие бусы. Ей все коротко, она любит длинные. Просила делать по 60 сантиметров. Ой, даже не знаю, найду ли я столько фурнитуры. Стекло. Видите? Под жемчуг крашеное. Так, вот эти бусы она сама пыталась переделать. Но смеется, говорит. Оказывается, надо было считать. Не, вот получилось как. Ну, я думаю, что, наверное, синие бусины я отсюда изыму. И вот с этим, может быть, с адалитом что-то сделаю. Посмотрим, браслет или что-то. Вот. Ей нужны вот такой длинные бусины. Бусы, чтобы были. Вот. Вот это ее длина устраивает. Наверное, темновато тут. Вот. Ну, вот еще аметист. Тоже не знаю. Браслет можно сделать, добавить. У меня есть крошка аметиста. Так. Коралл крошка. Ой, тоже не знаю, что на браслет не хватит. Ну, это вообще пластик. Ну, будем что-то мудрить. Из всего этого. Вот этот можно сделать браслетик такой осенний. Это, пожалуй, проще всего. Вот такое стекло. Так, вот это. Это уже имитация жемчуга. Стеклянная.
Уже неплохо. И вот такие бусы у нее янтарные. Такая форма, конечно, странная. Она говорит, ну совсем не нравится. Я так подумала, я уже их разобрала. Проверила на всякий случай, янтарь это или нет. Так. Я думаю, что надо будет сделать вот так. Подобрать по размеру. Ну и сделать хотя бы, чтобы были вот такие вот, ну, на бусины похожие. Пусть не совсем правильной формы. Ну, вот, вот так вот их сделать. Вот, кстати, если кто-то не знает, как проверить янтарь, натуральный или нет. Разводите в стакане ложек 8, наверное, соли поваренной, обычной. Так, чтобы был такой перенасыщенный раствор, чтобы прям вот, ну, кристаллики соли оставались. И опускаете туда. Янтарь всплывет. Подделка тонет. Вот. Так что будем работать. Я так люблю черский хрусталь вообще. Это у меня прям, наверное, с детства у мамы бусы были. Так мне нравилось вот их, вот этот вот прям переливы. Вообще люблю камни, стекло, которое переливается. Ой, я как та сорока. Люблю блестящее все. И вот у меня прям с детства осталась любовь к черскому хрусталю. Вот. Ну, так что будем делать. Сделаю, потом вам покажу, что получилось. А чтобы не забыть, надо все это сфотографировать. Чтобы потом посмотреть, что было. Вот, продолжаю я делать заказ. Так, об стол гремит. Ужасно. Как бы мне их так положить. Вот такие вот получились бусы трехрядные. С этим золотым жемчугом. Но мне очень нравятся. Они такие благородные получились. Вот такие на темном, наверное, не очень видно. Вот. Вот я фурнитуру тут. Вот такие вот бусы. Вот, из жемчуга, там был просто пакет имитации жемчуга. Ну, такая довольно-таки хорошая имитация, стеклянная. Ой, так вот. Я считаю, что жемчуг, он сам по себе самодостаточный, и ничем его украшать не нужно. Вот, а когда он хороший, не пластмассовый, а прям такой хороший, что еще из него сделаешь? Можно, конечно, налепить всякой ерунды, но это уже не то будет. Вот, была нитка коралла, ну, крошки. Я собрала цепочка, еще у заказчицы была, вот я ее сделала. Тоже я считаю, что очень к
красиво и благородно получилось. Тоже была ниточка вот эта под бирюзу. Это вообще пластик, вот эти вот бусинки. Вот я добавила тут металлические бусины, крупную бусинку с шапочками. Вот единственное, что меня беспокоит, она просила оставить вот эти застежки, а тут застежка, ну прям сломанная. Вот я сегодня повезу ей, не знаю, может быть, заменить или как-то зажать ее, потому что эти бусы и так на голову оденутся. Ну вот ей хотелось, чтобы остались эти замочки. Вот. В общем. Работаю. Еще много. Переделать надо. Вот такие бусы у меня получились. Эти вот я удлинила еще одни.